Колобок, колобок, ты от дедушки ушел? Ушел. Колобок, колобок, от бабушки ушел? Ушел. А от шипов ушел? От шипов? Нет. От шипов я постараюсь уйти. Все, я побежал. Продолжаем новые приключения «Огонь и вода», которые превращаются... В шарики, в маленькие колобочки. Всем привет! Привет! Вы на канале... Папа и дочки. Вот такие у нас здесь уровни, грибочки. Сегодня седьмой уровень. Мы продолжаем проходить. Что здесь нас ждет? Тут и шипы есть. Пушки! Все, я сразу испугался. Так, тебе туда надо перескочить. Аккуратно. Нажми рычаг, что будет. Так, это понятно. Все, нажми и пускай он нажатый будет. Все, так оставь. Теперь я здесь проскочу. Так, нажал. И аккуратно тут подпрыгивать надо будет. Когда пушки стреляют. Опа. Так, их. Так. А где? Да что такое? Не нажимается рычаг. Подпрыгнуть не забудь. Есть, молодец, Маргарита. Так, аккуратно. Так, с первого раза не получилось. Попробуем еще разок. Тебе надо забрать вот этот кристаллик, который справа, и вернуться сюда, и подождать, пока я дойду до низа. Так. Перепрыгнул. Жду, пока произойдет выстрел. Перепрыгиваю. Жду опять, пока произойдут выстрелы. Перепрыгиваю. Запрыгиваю сюда. Сюда. Так, подожди, Маргарита. Сейчас я постараюсь собрать вот этот кристалл. Ага. Исчезла. Такс, вернулся обратно. Все. Меня запугало. Не бойся, сейчас я буду прыгать. Паунс. Мне кажется, я застрял. Паунс. О, отлично. Все, я теперь тут стою не в выстрелах. Теперь жду, чтобы ты прошла. Так. Лучше проваливаться в дырочку, да. Угу, молодец, выстрел. Перепрыжок. Отлично. Пройди чуть-чуть. Ага, вот так вот. Молодец. Все, я переживаю сейчас за Маргариту. Ждем, пока произойдет выстрел. Все, наверх. Стой. Теперь напрыгал. И подпрыгивай. Есть. Стой. Жди. Сейчас я сначала пройду. Стой на месте и не дергайся. Угу. Сейчас я пройду. Сдвигай кирпичик, чтобы на него вот здесь встать. Отлично, перепрыгнуть можно. Жду выстрел. Перепрыгиваю. Так, жду выстрел. Собираю. И все, стою, жду. Так, теперь внимание. Выстрел. Проходишь до кирпичика, встаешь на кирпичик. Так. Стой. Сейчас выстрел пройдет. Ура! Есть, прошли этот уровень. Уже достаточно такие сложненькие уровни. Но мы справились. И думаю, мы со следующим тоже справимся. Вперед! Посмотрим, что нас дальше ждет. О, лава, шипы. Так, Рита уже куда-то понеслась и правильно делает. Фух, я успел спрятаться, я присел и стал маленьким шариком. Так, мне в принципе-то был не страшен выстрел. У-ху. Так, сюда. Подожди, аккуратно там шипы. Так, собрала. Так, нажми рычаг и все. Тебе ничего больше делать не надо. Жди. Я просто понеслась. Никуда больше не несись. Так. Не несись. Да, а то не дай бог на шипы попадешь, и все, мы продуем тут же. Опа. Продуем, конечно. Бамс. Так, теперь я жду, пока шипы пройдут, чтобы точно ничего не задеть. Перепрыгиваю и бегу вот в эту маленькую дырочку. Мы превращаясь в огня. Эй, превращаясь в огня, мы прошли уровень! Первого раза, отлично. Дальше. Что нас здесь ждет? О, шипы, пушки, препятствия. А, ну, в общем, все как обычно. Все так, как всегда. Да, шипы, постараемся. Препятствия, пушки. Так. Фух. Теперь тебе надо вернуться обратно и спуститься вон туда в воду. Только имей в виду, пушки и шипы до сих пор еще действуют. Жди, пока пушка выстрелит. Потом... Пробегись, собери и вернись на кубик. Так, когда шипы пройдут, только тогда. Стой. Остановись. Смотри, остановись.
Смотри внимательно. Тебе нужно будет забраться к тому рычагу сначала. Не вниз, а к рычагу. То есть надо подождать, пока стрельнет. Каком? Вот этот рычаг. Надо подождать, пока стрельнет пушка. Потом запрыгнуть на эту штуковину и к рычагу. Только имей в виду, там пушка тоже стреляет. Тебе потом надо будет встать сразу в проходик. В проходик, понимаешь? Вот в этот проходик. Может быть, ты сам? Нажать рычаг и встать в проходик. Готово? Давай. И в проходик. Все. Это что еще значит? Наверх. Ну куда ты пошла? Стой. Стой, стой, стой. Остановись. 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 Хорошо. Так. Не подпрыгивай. Ага. Стой, не подпрыгивай, ничего не делай. Потому что мне надо сначала собрать вот этот кристалл. Мы должны одновременно пойти, иначе нас пушки стрельнут. Вот такие вот дела. Так, я собираю кристаллик и ждем. Жду. Значит, когда пушки вот это верхние и нижние стрельнут, ты просто беги в самый вперед по моей команде. В общем, я тебе говорю, беги вперед. Ты тут же бежишь. Прям вперед, не прыгая, не вздумай прыгнуть. Если ты здесь прыгнешь, ты в шипы сразу погибнешь. Просто бежишь вперед и летишь вперед прям к кристаллу. Понятно? Да, готово. Давай! Есть! Мы прошли уровень. Ребята, здесь надо было делать, во-первых, командное. Во-первых, надо было четко рассчитать время, чтобы мы вместе прошли. И мы с Маргаритой справились с этой задачей. Супер! Лайк нам! Что, дальше? Дальше. Давай дальше. Задание такое. Ребята, напишите, что будет, если огонь и вода обычные встретятся с шариками огонь и вода. Что у них произойдет? Конфликт или дружба? Может быть, какое-то приключение? Пишите в комментариях, первые попадут в следующую серию. Все, кто правильно ответит, получат лайк. Рита, смотри, здесь тоже есть пушки, тоже есть шипы. О, смотри, я в плену сижу, Маргарита. Папа, я тебя спасу. Все, я жду твоего спасения. Давай, Маргарита, постарайся изо всех сил. Потому что я очень-очень хочу спастись. Подождите, нижний рычаг сначала надо нажать. Сначала нижний рычаг. Так, молодец. Подожди. Так, отлично. Подожди, сначала появится эта штуковина. Да, и вверх. Все, стой там. Что мы имеем? Что здесь нужно сделать? Ага, я вижу, что нужно сделать. Я сейчас дождусь, пока стрельнет пушка. Спущусь сюда. Нет! Фух. Вот это да, вот это подставка. Все, сейчас я тебе скидываю кирпичик, и ты залазишь. Аккуратно, подожди. Залазить надо аккуратно, когда пушка стрельнет и пролетит снаряд. Залазишь, все, стой пока, не беги никуда. Сейчас я заберусь наверх. Я забралась первая. Смотри, здесь получается, мне нужно будет встать на эту штуковину, жди, пока я на нее встану. Кстати, а вы заметили, когда огонь, вода, шарики... Что? Тень поворачивается туда... Куда мы идем? А, куда поворачиваемся? Да, точно. Давай, вставай ко мне. Стой, потихонечку, сейчас так же. Так, нажми. Стой. Только не вздумай превратиться в воду, тебе сразу по башке прилетит. Значит, тебе надо будет... Так, еще раз нажми этот рычаг. Ну, не прыгай здесь вообще ни в коем случае. Тебе надо проехать шипы и забрать кристалл. Подожди, когда шипы уйдут. Так, стой. Сейчас надо будет вернуться обратно. Теперь смотри. Эй, рычажок нажми. Так получается. Так вот. Сейчас на эту штуку запрыгивай ко мне. Ясно? Подожди, да. Когда пушка стрельнет. Так, и ко мне. Все, стой пока. Можно. Да, можно сюда. Чтобы обезопасить. Да, пушка стрельнет, спускаешься вниз и забираешь кристалл. Угу. Давай. О, опять командная работа. Сложная. Стоять там. Стоять, бояться. Так, подожди. И папа. И есть! Ребята, мы прошли этот уровень. Слушай, а прикольно здесь получается. Вода, огонь и вода, игра, она как бы развивается. Помните, раньше были там ледяной храм, там какой-то еще светлый храм, такие вот были всякие уровни. Как бы одна карта, и мы проходим.
А здесь они тут уже и пушки появились, и шипы, и тоже вода, и прыгалки. В общем, прикольно. Мне нравится. Интересно очень. Да, давай дальше играть. Что у нас здесь? Сейчас посмотрим. Значит, тут... Рычаги. Тут прибили сразу огня. Не успел он подпрыгнуть. Так, чтобы меня пушка не подстрелила, стану сюда. Смотрим. Что мне делать? А, все, я придумал стратегию, ребята. Я пойду вперед. Куда же еще, не назад же идти. Так, вперед. Перепрыгну снарядик, потом на грибочек. Перепрыгну, соберу кристаллики. Отлично, у меня все получилось. Подожду, пока пройдут шипы. Так, все, теперь надо нажать рычаг. Что-то он там, а, открыл. И забраться наверх. Есть, получается. Маргарита, я сейчас... Нажми, пожалуйста, рычаг. Так, отлично. Все, все, я тебе сейчас скину кирпичик. Спустись вниз, чтобы мы его нечаянно не уронили. Представляешь, когда я видел. Все, теперь твоя задача залезть наверх. Давай, давай, давай. Так, собрать вот тот кристалл. Подожди, ага, сразу обратно. Так, отлично. Теперь я тебе нажму. Ты залезешь. Подожди, там пушка. Так, подожди, остановись. Наверх. Все, жди. Ага. Смотри, сейчас, когда пушка стрельнет, ты бежишь к грибочку и сразу обратно. Ага, к грибочку. И обратно. Все, стой. Стой, 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 стой. А то под пушку попадешь. Так, когда она стрельнет, пролетит снаряд, полети, беги вниз, хорошо? И есть! Мы прошли уровень! Фух, справились. Ну, подумаешь, со второго раза, но все-таки мы его прошли. Молодец, Рита, давай 5. Ты справилась со своей задачей. Давай посмотрим, какой будет дальше уровень, и на сегодня закончим. Проходить не будем, но глянем, что у нас там ждет дальше. Ребятам же тоже интересно. Пушка! Пушка! Шипы! Короче, все как всегда. Препятствия, которые, с которыми справятся огонь и вода, которые умеют превращаться в кого? В шарики. Вы тоже угадали? Отлично, лайк вам. Друзья, у нас вчера было 2 видео, поэтому сегодня победители сразу из 2 видео. Победители прошлого видео. Первого. Ребята, вот картиночка. Молодцы, вы правильно ответили на задание в первом видео. И попали к нам сюда. Победители второго видео. Ребята, вот картиночка. Молодцы, вы тоже правильно ответили на задание во втором видео и к нам сюда попали. Это очень просто. Вы смотрите серии первыми, как только они появляются. Отвечайте на задание, и первые люди всегда попадают в следующую серию. А чтобы не пропустить, нажмите колокольчик. С вами сегодня были папа, дочка, Рита. Вы были на канале Папа, Дочки, Геймс. Не забудьте подписаться. Всем пока! Пока-пока.